закулисье красивой жизни. Это сейчас надо будет все пропылесосить. Теперь возникает вопрос с игрушками, потому что моя елка была маленькая, и игрушки у меня все такие прям крошечные. Сейчас я посмотрю. Но на самом деле я бы хотела вообще елку нарядить, знаете, просто вот в огоньках, как в Пинтересте. Вообще минимум игрушек, либо вообще нет игрушек. И прям очень-очень-очень много таких теплых мелких огоньков. Мне кажется, это очень красиво. Видите, шарики такие, но вот это еще ничего. А в основном вот эти шарики, по-моему, вообще стекло. А, нет, тоже, наверное, пластик. Кстати говоря, вот такой один шарик Бася в прошлый раз, в прошлом новом году как-то умудрился разбить. Хотя, по-моему, это про... по-моему, это пластик, а не стекло, но видишь. Вот. Так, видите, прям крошечный. Хочешь, надо ее вот вертикально найти. Можно это повесить, если сейчас докупим какую-нибудь, можно сразу еще одну повесить. Только надо, чтобы цвет был одинаковый, теплый. Редко, да? Ну да, хочется туда по это еще одну засунуть. И Бася такой, боже, что вы опять приперли в дом. Бася, как тебе? Шикарно. Ой, Бася, ты тоже у нас... Игрушечки вешаешь, наряжаешь елочку. Вы понимали, время уже 7 час, а у меня сегодня еще и прием у врача. Мне надо на процедуру по носу сходить, на важную, очень важную процедуру, и мне поставили ее вообще просто на, я не знаю, я даже не знала, что сегодня, кстати говоря, воскресенье, я даже не знала, что в воскресенье больница работает вообще до 8 до 9 часов. Я думала, они там часа 4, и все, и до свидания. Процедурный кабинет, он работает, поэтому вот нарядили елку, сейчас мне надо покушать, снять с себя весь металл, потому что иду на КТ. И, собственно говоря, в больницу, да, вот такие вот у нас рождественские предновогодние будни. Вы когда-нибудь были в пустой больнице? У них по вечерам, оказывается, работает только кабинет КТ. Я просто так тихо говорю, потому что громче мне говорить стремно. Серьезно. Всем пополам выбрали гирлянду. Слушайте, это что, каждый, как бы, я новогодним настроением заразилась первый год. Но жаба меня давит так капитально. Это что, каждый Новый год наряжать елку в конкретный цвет? Это каждый Новый год покупать новую серию игрушек конкретного цвета? Да вы что, с ума сошли? Я разорюсь. Все разорятся. Короче, надо подобрать что-то универсальное, чтобы моя нервная система была спокойна. А луковку, да, самая красивая. Но они тоже стеклянные. Но они дорогие. У них будет хана. Время уже 9-10 час. Мы только вернулись, и, короче, мы хотим добить эту елку сегодня вечером, чтобы уже все красиво было. Нашла крутую тренировку для ключиц, знаете, просто вот, чисто вот этот вот аппарат разминать, очень классный. Кстати говоря, все тренировки я добавляю в подборку, в свой плейлист, а ссылка на плейлист есть в описании. Вот те тренировки на ютубе, там такие, там силовые есть, но вот то, что я чаще всего делаю на самом деле, вы бы знали, как я задолбалась. У меня просто дилемма каждую ночь. Я могу спать либо на возвышенности, ну, знаете, хотя бы там на двух подушках, так вот в полусидячем состоянии. В таком состоянии у меня будет дышать нос. Но у меня жутко затекает шея, и вот как раз вот такие тренировки, они мне хотя бы чуть-чуть помогают вот тут вот размять. Либо я могу спать на нормальной подушке, в нормальном положении, как нормальный человек, но у меня абсолютно не будет дышать нос, как минимум одна вот сторона. Это просто трэш. Я замучилась уже ужасно с этой искривленной перегородкой. Я все больше начинаю склоняться к ее исправлению, потому что это невозможно. На самом деле, я вам хотела рассказать про другое. Я решила немножко сделать такой, знаете, ребрейдинг, пересмотреть свой план тренировок, потому что я сегодня встала,
посмотрела на себя в зеркало и пришла просто в глобальный ужас. Померила параметры, мне изменились параметры. У меня грудь похудела на 1 сантиметр, то есть был 88, стало 87. Талия, ну, 63-62,5, это с натяжкой, ну, 63, чтобы свободно дышать. Зато бедра у меня еще увеличились на 1 сантиметр, на 94 уже стало. Натяжка моя вот эта вот в обхвате, она наоборот похудела и стала 49,5, хотя была 51. Но при этом, при всем, у меня жутко, как мне кажется, может, я не права, может быть, у меня замыленный взгляд, у меня раскачался квадрицепс, то есть не прям раскачался, то есть, знаете, я всю жизнь любила фигуру девушек по типу Кендалл Дженнер, ну, типа такие, знаете, худоватые, но так как я с 3 лет занимаюсь спортом, я фигурным катанием занималась, у меня было, блин, по 3 тренировки в день, у меня ноги с самого детства очень сильно развиты, то есть даже в своем самом-самом минимальном весе, вот если я найду фотографию, я ее вставлю, вот я там весила 46 килограмм, и у меня были относительно, вот, ну, как бы, не было вообще абсолютно никакой мышечной массы. Хотя я туда, хотя я тоже ходила в зал в этот период, но я в основном отдавала предпочтение кардио, то есть силовые тренировки я практически не делала. У меня всегда была фигура, знаете, вот этого типа фитоняшки, то есть ноги, то есть бедра, ноги, они такие округлые. Я не говорю, что это плохо, просто мне так никогда не нравилось. Я понимаю, что сейчас, наверное, зажралась немножко, но как-то, короче говоря, я решила убрать одну тренировку, потому что у меня в зале силовая плюс кардио выходит где-то, ну, в среднем 450 на 500 калорий. Мой рекорд — это 617 или 620 калорий, короче, что-то около того я сожгла за одну тренировку полноценную, по-моему, за 2 или 2,5 часа, в общем. Это достаточно много. Но при этом я заметила, я не вставала на весы очень давно, если честно, сейчас не очень хочу это делать, я набрала мышечную массу. То есть это заметно. Заметно и по животу, заметно по ногам, заметно по спине. Если со спиной все окей, это был план. Чтобы набрать мышечную массу на спину, у меня подтянулись ягодицы, но при этом у меня немного, как бы, ну, как мне кажется, у меня вот этот вот квадрицепс, он увеличился, да, передняя сторона бедра. И мне это не очень нравится, поэтому я решила, что я оставлю одну силовую на ноги, одну силовую на спину, и одну тренировку заменю либо просто на кардио, то есть пускай я там не буду сжигать по 400 калорий, у меня, в принципе, нет такой цели, у меня нет на каждую тренировку цели сжечь какое-то количество калорий, то есть у меня калории могут варьироваться от степени сложности, от того, насколько я там полна сил, или наоборот мне лень, я могу там сжечь в одну тренировку там 390-400, в другую вот могу вообще 600 сжечь, это мой рекорд был. Просто делать кардио, или вообще я хочу подобрать, может быть, пилатес или растяжку, просто проблема в том, что в фитнесе, куда я хожу, вся растяжка, она в 9 вечера. Я в 9 вечера из дома себя в жизни не вытащу. То есть я, блин, в 10 уже сплю. Я уже прям конкретно засыпаю, а тут мне в 9 часов только начало на растяжку, да, ну, то есть ты все равно придешь, ты как-то все равно пойдешь еще в душ. То есть, это я во сколько до кровати доберусь? У меня, как бы, ну я потом с утра не встану. Мне это не очень удобно. Вот оптимально было бы, если бы она была в 9 утра. Вот к 9 утра я бы встала пораньше, я бы сходила, я бы зарядилась энергией, но не в 9 вечера. Вот. И поэтому я не знаю. Сейчас вот я как раз, у меня сегодня тренировка, вот я даже не знаю, мне кажется, я сегодня буду делать просто кардио, просто беговую дорожку, просто эллипс, потому что как-то вот я в этот раз очень активно взялась за фитнес, и я активно, ну, прибавляю веса, то есть я понимаю, что у меня один вес устаканился, он мне уже не сложен, я прибавляю. Раньше я так не делала, раньше я очень долго сидела на одном весе, это не дает рост ягодицам, это просто вот работает на поддержание, здесь мне что-то вот в голову взбрело. Я очень много статей прочитала, роликов посмотрела, с тренером посоветовалась и как бы начала прибавлять веса. Как бы, ну, а смысл, ты ходишь в зал, если как бы, да, ну, ты, ну, короче, это было, наверное, моей ошибкой, потому что изначально я абсолютно не подумала о том, что у меня нет такой цели. То есть у меня фигура, вот какая она у меня была изначально, 88, 62, 63, и бедра у меня всегда были на 92 сантиметра, а тут как бы раз 93 и раз уже 94. И меня это абсолютно устраивало, то есть мне не нужна вот эта вот попа, как у Ким и так далее, то есть меня все устраивало, потому что, ну, мне больше нравится такой тип фигуры, и как бы я на себе хочу видеть такой тип фигуры, а не вот
как бы... У меня тренер, который делал мне водную тренировку, вы бы знали, какие у него огромные ягодицы просто. Они гигантские. Это, вы знаете, попа вот реально, как будто, я не знаю, туда поролоны напихали. А, и как бы она моего роста, и я, ну, как бы вот она так ходила по залу, я на нее смотрела, думаю, офигенная попа. Но как только я ее увидела вблизи, вот эта вот нога передняя, то есть, ну, вот такая... И это не сильно, ну, как бы это спортивный тип фигуры. А мне так не надо. Поэтому я решила одну тренировку себе заменить просто на кардио, потому что что-то мне не нравится. Когда мне не нравится, я начинаю беситься и предпринимать все попытки, чтобы это как-то исправить в другую сторону. Вот так. Причем, знаете, эту проблему вот с ногами, с квадрицепсом вижу только я, потому что вот настолько, как бы, нога выглядит только вот, ну, в голом состоянии, да, то есть ты когда в белье стоишь, ты это видишь, потому что лосины утягивают, джинсы скрывают, скини-джинсы тоже утягивают, там какие-то свободные брюки, этого не видно, то есть, ну, по факту это вижу только я, и оно мне не нравится. Хочу по-другому, поэтому, в общем, посмотрим. Я думаю, я остановлюсь прибавлять веса, просто, знаете, это уже тоже лично моя такая черта, самой себе вызов о том, что вот так, окей, этот вес нормальный, давай возьмем побольше, и так далее, и так далее. И я вообще начала делать упражнения, которые раньше никогда не делала, и как бы я поняла, что у меня растут ягодицы, но при этом у меня еще и ноги растут. Я такая думаю, нет, мне в другую сторону, спасибо. Так кайфую от этой елки. Просто вы бы знали. Смотрю, сразу настроение поднимается. Я собираюсь сейчас завтракать. Кстати говоря, вот тут завтрак, который я вам показываю на протяжении, мне кажется, уже месяца. Вот бутерброды с творожным сыром, ветчиной из индейки и просто омлетом без молока, просто там соль и немного сыра. Слушайте, недавно я жутко захотела овсяной каши. Овсяную кашу, вы знаете, я люблю на каком-нибудь ореховом молоке, ну, на миндальном чаще всего. И вот я ее сварила. И я, знаете, я прям с вечера думала об этой каше, то, что я хочу кашу. Я ее сварила. Перед этим я съела огурец, яйцо, потому что просто каша на завтрак, ну, это такое себе, она вообще не насыщает. И я съела кашу с гречишной пастой. Это у меня как бы был десерт, потому что ореховое молоко... Я не сахар, вообще ничего не добавляю, ну, только немножко солю, и она уже получается такая, знаете, вот с привкусом вот этого миндаля, ну, на мой вкус сладковатая, то есть дополнительно сладость сюда не нужно, плюс я еще и кладу гречишную пасту, уже просто готовую кашу, и гречишная паста, она такая, ну, уже тоже сладкая. И это был как бы десерт с чаем, и просто, да, что вы думаете, я через, да даже 2 часа не прошло. Я сидела, занималась работой, и не прошло 2 часа, я поняла, что я опять голодная, что я опять хочу есть бутерброды, которые там от силы 300 калорий у меня набирают, 325, это, по-моему, вот был мой максимум, когда я взяла там такие толстые куски хлеба, конкретно мариинский, я люблю хлеб с изюмом, а я ими сыта 3,5-4 часа, то есть вот я не знаю, сколько сейчас времени, но вот я завтракаю, где-то час еще шатаюсь дома, жду, пока у меня пища уляжется, иду в зал. В зале провожу 2,5 часа, прихожу домой, пока обед приготовлю, то есть, ну, 4 часа у меня проходит, и как бы у меня умеренно начинает наступать голод. Это, вы знаете, это из разряда того, что вот ценность питательных веществ. Вот казалось бы, да, но бутерброды — это реально сытная вещь, просто нужно найти вот эту свою вариацию. Кто-то любит там с ветчиной, кто-то любит с рыбы, с авокадо и так далее. То есть нужно найти свой идеальный завтрак, потому что вот я реально заметила, что если я этими бутербродами завтракаю с утра, они мне не доедают по вкусу, когда-то, наверное, это случится, но пока что вот я ими завтракаю, уже месяц вам про них рассказываю, и у меня вообще не появляется в течение дня чувство голода, то есть как-то вот, ну, умеренно раз я захотела поесть, поела, и все, мне не хочется что-то съесть, мне не хочется там какой-то гадостью запихнуться, мне не хочется какой-то перекус себе сделать, вот у меня чисто, строго 3 приема пищи, я довольная, прям кайф. Ну, в общем-то, я была бы не я, если бы как-то все-таки в конце концов облегчила себе тренировку в зале, поэтому у меня все как-то прошло более-менее по классике. Сначала это была 10-минутная разминка на эллипсе, а затем я выполнила ряд изолирующих упражнений на ягодицы, там, где максимально не включается квадрицепс.
и закончила тренировку растяжкой, а также упорной тренировкой на пресс. В последнее время отдаю предпочтение качать пресс на вот таком вот шаре. С помощью такого способа мышца пресса растягивается более сильно, и таким образом скручивания получаются более эффективными. И в конце тренировки, как всегда, было 30-минутное кардио. Сценарий для ролика, который я вам обещала. И знаете, что я поняла? Новогодний вайб — это вообще, знаете, такая тема своеобразная. Вы можете нарядить елку, фильмы новогодние смотреть. Но знаете, с чего для меня начинается Новый год? Когда ты на всей своей технике меняешь заставки с осенней на зимнюю. И вот так вот раз. А тут Новый год, тут джингл беллс, тут зима. Сумасшедший человек, просто сумасшедший. Знаете, что у меня есть вот такая вот штука. Я ее сейчас только что откопала в недрах своего ящика. Обычно я про нее вспоминаю только когда заплываю целлюлитом. Сейчас я про нее вспомнила, так как у меня есть проблемы с мышечным зажимом. Потому что, несмотря на то, что я сказала, что я все ухожу только в кардио, я все равно сегодня делала какие-то изолирующие упражнения. И на самом деле я неделю, наверное, уже точно чувствую, как вот у меня вот это вот... мышцы, да, квадрицепс, он просто забит. Забит просто, я не знаю как, прям каменный. Это вот как раз-таки то, о чем я вам рассказывала, что происходит, когда ты даешь мышцам сильную нагрузку и не передыхаешь. Я как бы отдыхала, правда, то есть я старалась не перетруждаться, ничего, но, видимо, для меня нагрузку я дала сразу, резко, большую, как бы вроде как ничего, но мышцы вот эти вот, они просто... каменные, и они прям гудят постоянно, даже вот я просто на беговой дорожке походила, казалось бы, да, то есть, ну, понятное дело, что многие задействованы, но там не напрямую, ну, как бы, нет, я вот сколько даже бегала, сколько, ну, месяца два, два с половиной я точно бегала, три раза в неделю, да, да, и вообще было все в порядке, здесь я на беговой дорожке хожу вот полчаса, даже не бегаю, а хожу, и ноги просто горят, поэтому я решила, что я буду опять пользоваться вот этой штукой, прям вот так вот включать, и чисто вот на квадрицепс просто, чтобы мышцу немножко вот так растрясти, чтобы наладить кровообращение, чтобы не было никаких затоков, застоев, потому что это, кстати говоря, целлюлит тоже провоцирует, если, дай бог, какой-то вот застой мышечный будет, не очень красиво будет на коже отражаться, поэтому нам это не нужно. Вот. В принципе, если у вас нет каких-то массажеров, то можно самомассаж, можно, в общем, все что угодно. И я, кстати говоря, в последнее время, вот последние недели-две еще сауну забросила. Как-то мне резко расхотелось туда ходить, но сегодня я сходила, погрела мышцы, расслабилась, растяжку сделала. Короче, я начала делать упор именно опять на силовые тренировки, и как-то я забила про растяжку, про вот это вот все. Хотя стараюсь не забывать, но периодически все равно такое случается. Поэтому не перетруждайтесь, давайте мышцам отдых, потому что когда вот такое случается, это не смертельно, это не страшно, но это просто неприятно. Mac and cheese, по-моему. Тут, короче, макароны, творожный сыр и обычный сыр. И немного ветчины я добавила, что так макарон захотелось, не знаю. Это что-то типа ужина. Сейчас я сюда еще помидор помою, в прикуску съем. И будет мне очень вкусно. Я вам не показывала, что у меня по калориям. Ставлю вот тут картинку. Но скажу сразу, то, что я считаю не всю еду. Я не считаю вообще абсолютно овощи. Вот, допустим, ела я морковный салат со сметаной, я его не считала. Ну, потому что там сметана было 2 ложки, морковка, ну, сколько на этом, 1,5 морковки. В общем, я его съела не весь. То есть, ну, там, я не знаю, сколько калорий. Мало. Огурцы, помидоры я не считаю. В общем, овощи не считаю вообще. И плюс я сегодня еще 2 мандарина ела. Тоже их не считала. Ну, короче, ну, калорий 200 прям с натяжкой туда добавляете. Вот как раз выходит там около 1500 калорий. То есть, я прям не сказать, что трясусь над каждой калорией. И считаю, в принципе, это не нужно. Единственное, что у меня немножко я не добрала белка. Ну, как бы минимальный порог 1 грамм на вес я... преодолела, но в целом можно и побольше, вот. Поэтому, как бы, вот, как-то так живем.
посмотрите, с каким крутым фоном моя ёлка. Я для вас закончила сейчас только что снимать ролик. Я не знаю пока, в какой последовательности они выйдут. Логично, конечно, что вот влог выйдет вперед, но, не знаю, возможно, устрою опрос в Телеграме, что вам будет интересней. Но, конечно, вообще просто... Всё, мне очень нравится мой сегодняшний макияж. Мне нравится, как цвет стрелок оттеняет мой цвет глаз. Просто круто. И, кстати говоря, хотите посмотреть, как вообще происходит съемка? Съемка происходит в полнейшем хаосе. Просто как будто бы тайфун прошелся. Так, мы с вами переместились на кухню, потому что я хочу сварить себе кофе. Время 2 часа, как бы пора обедать, но я обедать не хочу, хотя я завтракала чуть не в 10, 4 часа назад. Завтрак свой я вам снимать уже реально не вижу никакого смысла, потому что он все еще точно такой же, и он все еще меня просто невероятно насыщает. То есть вот прошло 4 часа, и по шкале от 1 до 10 я умеренно голодная. То есть кушать я не хочу, я просто сейчас хочу выпить кофе, потому что у меня очень болит голова, и мне кажется, кофе мне облегчит мою ситуацию, и съесть какую-нибудь протеиновую печеньку вкусную. Поэтому сейчас я выпью кофе, и мы пойдем с вами в магазин, потому что мне надо приготовить ужин, потому что я сегодня дома за дежурную, и у нас семейная проблема с мамой о том, что мы обе не любим готовить. И одно дело, когда ты готовишь, ну, как бы вот тебе же сказали, что приготовить, ты там приготовишь, там гречку сваришь, ну, в общем. У меня блюда постоянно простые, кто за мной давно следит, вы видите, что я не готовлю абсолютно ничего сложного, я не ем ничего дико сложного, у нас нет там паст, там голубцов, еще чего-то. Мы едим самые обычные продукты и как-то обычно не паримся. И выпечка у нас тоже очень редко бывает, потому что ну, мы это никто ничего не едим, и никто ничего не любит это делать. Ну, в общем, мне в плане в этом с родителями повезло. Поэтому я хочу сходить в магазин, сделать, наверное, опять курицу. Единственное, что я бы сделала курицу не в сливках и не в сметане. Но обычно я делаю в сметане, в нежирном, там 10-15%. Но мне это уже так надоело просто. Я хочу что-то другое. И мне почему-то, знаете, вот рецепт с головы. Я бы сделала курицу, потушила бы ее с томатами, с болгарским перцем. Еще у меня остался чуть-чуть совсем. Он же у меня... Да. Он остался. Вот такой вот кетчуп томатный. Он очень крутой. Но он мне почему-то разонравился. Просто, не знаю, мне в последнее время не хочется ни кетчупа, просто я просто ем помидор свежий, и все. Вот как-то раньше я его и в макароны могла добавить, и в бутерброды добавить, а сейчас как-то, ну, не хочу. Но у него кончается срок годности, его надо доесть, и как бы вот тут совсем чуть-чуть, я думаю, тоже его в курицу сегодня спихнуть, просто надо не забыть. И, возможно, вместо соли что-то типа соевого соуса. И, короче, я не знаю, я просто из головы сейчас придумываю, потому что нужно что-то приготовить. Что готовить, я не очень понимаю, что именно. Еще вы бы знали, насколько сильно у меня опять болит голова. И я не знаю, слышите вы или нет, но я говорю в нос. Он у меня не дышит опять. И это на самом деле вообще какая-то беда. Потому что в осенне-зимний период у меня вся ситуация усугубляется, у меня постоянно болит голова, я не могу нормально спать. И, если честно, я уже так заманалась, потому что я все-таки думаю решаться на исправление перегородки в носу. Если что, я сейчас очень активно хожу по врачам. Сегодня какое? 7 декабря. Вот я за 7 декабря уже трижды была у врача. У разного я сдавала анализы, ходила на КТ, ходила к терапевту. Да, трижды. Вот. И помимо всего прочего, у меня на декабрь еще раз, два, еще три врача запланированы разных. Я, ну, это все сейчас делается для того, что я сейчас прохожу полное обследование касательно своего носа. Для того, чтобы, наверное, все-таки решаться на исправление перегородки, потому что, ну, это уже невозможно. Просто это выше моих сил. Я хочу нормальное себе дыхание, спокойное, потому что как-то вот в последнее время, ну, опять-таки, с прошлым годом, если сравнивать, то после него у меня вся ситуация обострилась, возможно, там какие-то новые осложнения пошли. В общем, ну, для этого сейчас вот эти все обследования я и прохожу, потому что прошлый год это была жесть полнейшая. Если вам интересно, вы можете долистать на моем канале до прошлого декабря, посмотреть, какие видео у меня выходили, если я их все не позакрывала, потому что это был ужас. Я была вообще просто в глубочайшей депрессии. Вот реально, мне кажется, у меня 22-й год, и все проблемы, которые он принес, они у меня начались с декабря 21-го года. Вот как вот просто меня вот так вот накрыло, все, оно не отпускало до определенного момента моей жизни, так вообще, поэтому... Возможно, действительно, я не любитель Нового года и всегда очень пассивно относилась,
относилась к этому празднику. И знаете, ну, недаром есть поговорка, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. И, возможно, возможно, вот 22-й год у меня был настолько прям, ну... Ну, короче, вы поняли, потому что, ну, я себя, наверное, так настраивала. Поэтому 23-м я вообще готовлюсь кардинально. Просто вы видите мою заряженность энергетическую, несмотря на то, что вот у меня какие-то проблемы со здоровьем. Мне это абсолютно не портит настроение, это меня напрягает, но не настолько там, чтобы я прям как-то сильно ныла и сильно переживала. Нет, типа, все ок. Но, тем не менее, я к этому году готовлюсь просто нереально. Но 22-й год... Он как бы все равно, я ему за очень многое благодарна, потому что это, наверное... Я сейчас не говорю про ситуацию в мире, я говорю сейчас конкретно про свою жизнь. И в моей жизни 22-й год дал просто невероятный пинок под зад, который дал мне огромное желание, не знаю, раскрыл мне глаза на многие вещи. Со многими вещами в своей жизни я распрощалась. Это было как бы моим сознательным решением. Очень как бы люди некоторые из моей жизни ушли. Опять-таки, это было моим сознательным решением. Ну, в общем-то, короче говоря, это, наверное, был тот самый волшебный пендель, который иногда просто не хватает, чтобы на свою жизнь посмотреть под другим градусом и представить себя через 5 лет, ужаснуться, подумать, блин, не-не-не-не-не, мне в другую сторону, нет, спасибо, до свидания, мне туда. И вообще просто поменять кардинально на 180 градусов свои взгляды на некоторые вещи. Поэтому вот так вот. Поэтому нет худа без добра. Во всем стараемся искать позитив. Негативный опыт тоже опыт. И так далее. Пошли вот эти вот стандартные фразы, но они работают. Они реально работают. Поэтому вкусный кофе, кстати говоря, протеиновые печеньки. Мы любим еще вот такие печеньки, самые обычные. Любятовые, это, да? Юбилейные. Тоже я могу их с кофе съесть, там от силы 2 печеньки, но, кстати, вот в одной такой печеньке, представляете, вот в одной галетке, вот в одной галетке 52 калории. И это много. А некоторые люди умудряются съедать по полпачки за один прием чая, кофе, вот. Я ем обычно 2-3 печеньки, ну, короче, больше 3 как-то у меня не получалось, потому что они реально очень сытные, потому что, мне кажется, если найти какой-то оригинальный рецепт, здесь очень много сливочного масла, поэтому... Ну, мне так кажется, я не уверена. Но, тем не менее, имеет место быть, иногда, если хочется такого что-то вредно-сладкого, я себе позволяю. А так, фавориты мои, вот эти вот печеньки, такие вот... Совсем недавно я их для себя открыла, попросила папу купить мне, говорю, купи мне абсолютно любое протеиновое печенье, он мне принес вот это, я почему-то на него сама не смотрела, но я попробовала, оно такое вкусное, вот именно с кокосом, есть еще с орехами, но с орехами я не пробовала, как-то что-то мне не хочется, хотя тоже может быть, но с кокосом у него какая-то такая, знаете, текстура, как будто бы вы едите... Не знаю, кто-нибудь из вас ел, пробовал, любил такие миндальные печеньки. Вот, ну, они тоже вот такие вот большие миндальные печенья. Я раньше тоже в детстве их безумно любила. И их когда откусываешь, вот у них такая какая-то текстура просто невероятно крутая. И вот это вот тоже очень на это похоже. И, кстати говоря, здесь всего лишь 121 калория на вот эту всю печеньку. 6,8 грамм белка и на минуточку 8 грамм клетчатки. Это очень хорошо. Дневная норма клетчатки для взрослого человека, то есть это минимум, что нужно вашему организму, это около 20-25 грамм. Это вот то, что вы должны прям добирать. Поэтому очень крутая. Но она прям очень некалорийная, там всего 120 калорий. А так как у меня типа обед, я съем что-нибудь покалорийнее. Вот. Тоже вообще вот эти вот Чиколап, очень люблю вот эту фирму, потому что на эту печеньку здесь 200 калорий, 201, если быть точнее, 15 грамм белка и 15 грамм пищевых волокон, и всего лишь 3 грамма углеводов. Короче, очень крутое печенье, хороший состав, хороший подсластитель, все шикарно, поэтому жду кофе, пью печеньку и идем с вами в магазин. Кс-кс-кс. Ку-ку. Вася, доброе утро. Доброе утро, моя малышка. Да, ты мой хороший. Блин, обожаю вот этот свой пуховик. У меня тут, короче, штаны серые. Ну, в общем, в магазин я обычно хожу как не знаю кто, но вот этот пуховик я его просто обожаю. Он на клепках. Здесь даже нет замка, то есть, ну, чисто гипотетически он не очень теплый, но в него вот так вот заворачиваешься, как в одеяло. Тут еще вот такой вот капюшон. Все. Hello, тебя нет. Чисто человек в одеяло завернулся. Покупки мои в магазине: огурцы, помидоры раз, помидоры два,
В магазине лично мы, наша семья, мы едим только черри, потому что все остальное на помидоры вообще очень мало походит. Курица и... молоко и кунжут. В последнее время я вообще отошла от альтернативного молока. Тут у меня было одно время период, когда я снова подсела на кофе с альтернативным молоком. Но как-то то ли я его перепила, то ли еще что-то. Я сейчас на альтернативном молоке варю в основном только кашу. Мне овсяная на альтернативном молоке очень нравится. И в целом, знаете, что я вам хочу сказать? После обучения на нутрициолога у нас был просто отдельный семинар, посвященный, так сказать, мифам о питании. И вот молоко там занимало, наверное, 60-65% от всей вот этой лекции, потому что в целом в лактозе абсолютно нет ничего страшного, если у вас на нее нет аллергии. То есть если вы пьете ее в умеренном количестве, то есть если вы не пьете вот 1,5 литра молока в день, потому что лактоза — это молочный сахар. Если вы там, допустим, выпиваете 1-2 чашку кофе, я, например, молоко пью только с кофе, одно время тоже налегала на чай с молоком, но сейчас тоже себя от этого отучила. Пью только кофе, вот эту мою кружку, 250 мл, 100 мл я наливаю молоко, то есть я люблю прям такое молочное кофе, вот, все. Это у меня получается, вот я пью 100 мл молока в день и абсолютно от себя комфортно чувствую с кожей, как видите, у меня никаких проблем нету, ну, я сейчас накрашенная, но в целом без косметики вы меня тоже часто видите, никаких проблем нету, и вообще в целом вся вот эта вот тема, то, что аллергия на лактозу, аллергия на глютен, это нужно все подтверждать анализами, то есть просто так, что, ой, я не переношу лактозу, нет, это так не работает. Плюс, знаете, тоже вот эти вот мемы о том, что сейчас аллергия на глютен у тех, кто в своем детстве, там, 10-15 лет назад во дворе у бабушки ела сухарики, кириешки. Да, это реально сейчас, мне кажется, такое больше течение моды, то, что безглютеновое вот это все, потому что в глютене тоже нет абсолютно ничего страшного, если у вас на нее реально нету аллергии. Вот, если у вас на нее реально есть аллергия, это тогда другой момент. Но когда вы просто отказываетесь от глютена, в принципе, это, ну, абсолютно бессмысленно, потому что вашему организму глютен тоже нужен, во всем есть своя польза, плохих продуктов в целом нет, поэтому если вы любите молоко, то на здоровье. И, кстати говоря, моя бабушка меня бы за это убила, но пастеризованное молоко гораздо полезнее, чем деревенское, по одной и той простой причине, потому что деревенское молоко, оно... Ну, если это конкретно ваша корова, и вы наверняка знаете, чем эту корову кормили, то тогда это еще один момент. Но у деревенского молока ненормированный процент жирности, то есть там процент жирности может прям достигать каких-то там 20-25%. Это очень много, это практически сливки, потому что вот бабушка у меня в Оренбурге, в Орске, она покупает молоко деревенское, и оно на вкус просто как сливки, это очень жирное молоко, я его пить не могу, меня от него очень сильно тошнит, то есть, ну, в детстве я его любила, сейчас я его не могу пить, меня от него тошнит, потому что у меня просто организм, ну, ему слишком жирно. Такое вот пастеризованное молоко в целом у проверенных марок, ну, просто обычное молоко. Здесь нормированный процент жирности, здесь посчитанная калорийность, его как бы оно вот, ну, очищенное, то есть там у них своя вот эта вся технология и так далее. Поэтому, если вы любите молоко, пейте на здоровье. Вам не спит кулинарный талант, как оказалось. Это мега вкусно. Не ожидала. Я обжарила лук, обжарила курицу до готовности, потом туда мелко нарезанный перец, помидоры, кетчупа моего, который я хотела туда добавить, даже, короче, даже чайной ложки там не набралось, я его скребла как могла, поэтому можно сказать, что его здесь вообще нету. И специи, соль, перец, паприка. Все. Это дико вкусно. Я сейчас еще хочу рис к этому сделать, потому что я вижу это с рисом. Ну вообще, просто шедевральная женщина я. Даже не знала, что я так умею. Говоря вот в целом все ингредиенты, которые я использовала, на 100 грамм получается всего лишь 86 калорий. Смотрите на белок, смотрите на углеводы. Шикарно. Куриное филе на кукурузном масле я 8 грамм. На все у меня ушло томат и перец. Не добавила лук, не добавила кетчуп, потому что кетчупа там, серьезно, он там, не знаю, даже, мне кажется, 3 грамм не было. Ну, лук, извините. Все, шикарное блюдо. И вот это вот все я перенесу в Fat Secret. И шикарно. Что ж, получилось просто нереально вкусно. Прям просто нереально. Я еще сверху посыпала кунжутом. Из плохих новостей. Рис у меня рассыпчатым не получился. Но в свое оправдание могу сказать, что я рис готовила вот именно так. Первый раз в своей жизни, поэтому все впереди. Но это просто дико вкусно.
Что, девчонки, я буду заканчивать постепенно этот ролик. Вставлю вам тоже картинку, сколько у меня сегодня получилось по калориям. На самом деле, еще не так поздно, еще даже нет 8. Возможно, я там еще поем что-то, чай попью с чем-то. Поэтому я не знаю, сколько будет в финальном варианте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Но по белку сегодня я прям с собой довольна. Прям вообще. Вообще в целом я своим питанием сегодня очень довольна, потому что у меня был очень вкусный ужин. Это то, о чем я вам всегда говорю, о том, что главное это найти какое-то сочетание продуктов. Вот все, что я еще не готовила, я делала впервые. То есть, понятное дело, что я готовила и курицу, и рис. Но я хотела сделать рис такой, знаете, обжаренный в масле, но в то же время рассыпчатый, мне это не получилось, но все равно получилось вкусно. А курица просто шикарная. Я боялась, что будет... Ну, знаете, я люблю, чтобы были не просто кусочки мяса, а чтобы была очень небольшая подливка. Я боялась то, что так как у меня не было ни томатной пасты, вообще ничего, то есть будет сухо. Нет, получилось вообще шикарно, хотя я не добавляла дополнительно ни воду, ничего. Томаты дали сок, я достаточно много положила помидорок черри. Они дали сок, получилось просто бомбически, с кунжутом просто шикарно. Мне кажется, еще бы с какой-нибудь такой, знаете, стеклянной или рисовой лапшой тоже было бы прям супер. Возможно, можно пару там ложечек соевого соуса. Но, в общем, тут вообще полет вашей фантазии, экспериментируйте. Главное, чтобы блюдо было по итогу сбалансированным и самое главное вкусным, чтобы вы наелись и такие, боже, да. Потому что вот я поела, и мне не хочется ни сладким заесть, ни чая выпить, в общем, ничего. То есть у меня произошел полноценный прием пищи, я не переедаю, мне ничего не хочется. То есть, если я там через час там еще что-то захочу, я съем сейчас. Догнаться чем-то мне не хочется. Это главное в питании. Поэтому вот такое вот видео у меня получилось. Мне кажется, оно вышло длинным, но я знаю, что вы любите длинные ролики. Я тоже люблю, сама на YouTube смотрю, обожаю длинные ролики. Поэтому приятного вам просмотра, в какое бы время вы ни смотрели. Обязательно проверяйте подписку на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Так вы помогаете мне в продвижении канала. Я вам за это всегда очень-очень благодарна. Помним, что в атмосферу мы посылаем только самое позитивное. Весь негатив мы оставляем карме, она с этим прекрасно справляется. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего ролика, который выйдет совсем-совсем скоро. Пока-пока.